Всем привет, мои хорошие! С вами Михеева Мария, и добро пожаловать на мой канал о творчестве и скраббукинге. Сегодня у нас будет свадебная тематика, и мы будем делать вот такую подушечку для колец. В такой подушечке кольца одеваются на вот эти края бантиков и выглядят очень красиво, при этом они держатся очень прочно. Если вы хотите узнать, как сделать данную подушечку, то продолжайте смотреть. Какие же материалы нам понадобятся? Ткань, кружево, много лент, наполнитель для подушечки. Я использую синтепух. Нитки с иголкой и декоративные украшения. Вся прелесть подушечек в том, что с их помощью можно объединить все элементы свадьбы в одно. Так, я в подушечках чаще всего использую ленты, которые использую в альбомах, в приглашениях. Использую те же самые декоративные материалы. Для подушечек я очень люблю использовать цветочки. Кстати, эти я покупала в своем прошлом влоге, ссылку на него оставлю вот здесь. Помимо покупных материалов, можно использовать материал, который делаете сами. Например, сейчас я вставлю фотографии двух подушечек. Для них я использовала цветы, которые делала сама. И на эту тему у меня также есть видео, ссылку на него я сейчас также оставлю здесь. Эти цветы делаются очень легко и просто, и ими всегда можно красиво дополнить свадебные комплекты. А я перейду к созданию подушечки. Начнем мы с основы. Для этого нам нужна наша ткань и кружево, а также различные колющие, режущие предметы. Вы можете использовать ножницы, но я для раскроя ткани всегда использую такой раскроенный нож. Он продается в швейных магазинах, и мне он очень кажется полезным. Использую его в комплекте с вот такой линейкой. Подушечки я делаю размером 15 на 15 сантиметров, но для основы я вырезаю квадрат размером 18 на 18 сантиметров, чтобы с каждой стороны у нас было 1,5 сантиметра припуска. Подушечек для колец я не делаю четких размеров и не разрисовываю линии, чтобы по ним резать, потому что использую вот такой инструмент. Но если вы используете ножницы, то можете просто аккуратно начертить линию и по ней прорезать. Далее ткань этой стороной вы будете использовать вовнутрь, и линии видно не будет. Кружево прорезать немного сложнее, поэтому здесь я помогаю себе ножницами. Черновая часть работы у нас закончена, и теперь приступим к декору. Я планирую сделать тройную ленту, то есть снизу у меня будет вот такая более толстая лента, затем такая потоньше, и сверху лента из органзы. Мне нужно их пришить к каждому краю подушечки изнутри. Как это сделать, сейчас вам покажу. Для начала подготовим ленты, разрезав их пополам. Пока их не обязательно аккуратно, потому что один отрезанный кончик будет не видно, а второй мы отработаем. Теперь разделяем их на две группы. Если вам пока непонятно, что мы делаем, то не переживайте, в процессе, как идет видео, вы все обязательно поймете. Теперь у нас очень сложная задача, это сложить правильно наш бутерброд для подушечки, чтобы мы могли все сшить. Для начала мы решаем,
какая часть кружева будет у нас снаружи. Такая более рельефная, либо более гладкая. Я хочу, чтобы снаружи была более гладкая часть. Начинаю выкладывать бутерброд. Ткань, затем кружево, потому что кружево у нас будет снаружи. Это у нас будет задняя часть подушечки. То есть мы представляем подушечку как будто наоборот, потому что прошивать мы будем с изнанки, а затем выворачивать на лицевую часть. Далее нам нужно определиться с лентами. Поскольку ленты у нас будут с другой стороны, то есть они будут как бы вот так, то здесь, к этой стороне, мы их прикладываем именно блестящей стороной, то есть лицевой. Складываем наш бутерброд. Это у нас лицевая сторона. Я стараюсь центровать ленточки. Аккуратно прикалываем примерно к середине нашей подушечки. Можно это, конечно, все измерить, но я на глаз вижу, где находится примерно центр. И он у нас находится примерно вот здесь. Мы прикалываем здесь нашу подушечку. После эту иголочку мы уберем, когда будем делать сверху бутерброд. Пока эту ленточку мы оставляем здесь. И смотрим вторую часть. Здесь мы также должны отцентровать все ленты лицевой стороной вверх. Прикладываем так, чтобы они были друг напротив друга. И тоже аккуратно пришпилим их. Далее, наверное, самое сложное, это нужно собрать все ленты внутри, так, чтобы они не мешались нам, пока мы будем шить. Далее мы должны выложить следующее наше кружево, но обратно. То есть к этой части мы будем прикладывать нашу гладкую лицевую часть, а рельефная обратная часть будет находиться к стороной к нам. Также обязательно смотрим, чтобы рисунки совпадали. То есть, видите, вот так рисунок совпадает. Здесь вот этот цветочек и здесь этот цветочек. И мы сверху аккуратно накладываем. И обязательно придерживаем наши ленточки внутри. Все это нужно для того, чтобы у нас все красиво и правильно сшилось. И далее сверху мы закрываем нашей тканью. И уже с вот этого момента я начинаю все закалывать, потому что только так можно обеспечить идеальную прошивку. Натягивать кружево, с ним ничего не случится. В моменте я снимаю вот эту иголку с ленты, я немножко вытащу сюда, вот так вот, и прикалываю ее вместе с тканью. Далее мы сделаем второй край, потому что эти края самые главные. Соединяем все кружево и ткань, уголок в уголок. Поскольку у нас кружево и ткань отрезаны абсолютно одинакового размера, то есть они должны обязательно сходиться уголок в уголок. Для этого вы можете подтягивать кружево. На самом деле, самая главная часть создания подушечки – это именно приколоть ее правильно, чтобы можно было легко и просто прошить. Так, наш бутербродик готов. Дальше я иду его прошивать. Буду прошивать очень медленно и аккуратно по краю, на расстоянии 1,5 сантиметра от края. Обязательный момент, что шьем мы не с углов. Мы начинаем шить примерно с середины и дошиваем мы также не до конца, оставляя примерно вот такой отрезок. Этот отрезок после мы будем сшивать на руках. Я уже прошила часть подушечки, потому что не заметила, что у меня не началась съемка. Начинала я с вот этого края. Сшиваю я очень медленно, ориентируясь по вот этой разметке на швейной машинке. Она обозначает 1,5 сантиметра. We'll be right back.
начинаем выворачивать, и для этого нам понадобится какой-то острый предмет. На самом деле, мне кажется, что я оставила очень маленькую дырочку, ее нужно вставлять побольше. Но если что, мы вот здесь немножко прорвем, потому что здесь я ниточку не закрепила, а после мы это зашьем на руках. Мы, слава богу, не зашили, потому что один раз я зашила ленты, и это было очень печально. С тех пор я научилась всегда проверять в процессе шитья, чтобы ленты у меня обязательно были не пришиты. И теперь мы берем наш острый предмет и выворачиваем все наши уголочки. Это нужно сделать обязательно, чтобы уголки красиво выглядели, потому что иначе они сами собой не вывернутся. Еще важный момент, предмет не должен быть слишком острый, потому что иначе он может уголок прорвать. Такое у меня тоже уже было один раз, поэтому говорю вам все на своем опыте. Вот наша подушечка уже обретает формы, и теперь нам нужно ее наполнить и зашить. Наполняю подушечку синтепухом. Подушечку мы наполнили, обязательно расправляем внутри, распределяем все, чтобы во всех уголках у нас также был синтепух. Можно набить ее еще полнее, но мне нравится именно примерно вот такой толщины подушечки. И теперь мы берем нитку с иголкой и потайным швом зашиваем. Шьем мы вот таким образом, сперва сцепляем здесь, затем здесь, 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 и потом утягиваем нитку. Пока я прошью без камеры, потому что мне нужно очень близко смотреть, чтобы аккуратно прошить, и я увижу с вами после прошивки. Пока я подушечку шила, уже немного потемнело, но тем не менее это видео я закончу. После я опять-таки взбиваю вот так подушечку, чтобы распределить весь наш синтепух, и завязываю ленты. Ленты завязываю все вместе посередине. Чтобы наш узелок сидел на месте, я опять-таки подушечку буду прошивать. Кроме того, чтобы она была такая воздушная, я ее пришью еще из того края. Сейчас покажу как. Прокалываем наш узелок и прокалываем подушечку прямо посередине. С этой стороны также ищем, где у нее серединка. Примерно вот здесь. И прошиваем. Да-да, прошиваем ее насквозь. Не бойтесь этого. Далее мы смотрим, откуда она вышла, наша иголка. И делаем прям маленький-маленький-маленький стежочек. И прошиваем нитку назад в наш узелок. И затягиваем очень аккуратно, чтобы у нас не порвалась ниточка. С этой стороны, видите, она тоже получается как бы вогнутая вовнутрь. И теперь связываем бантики. Связываю бантики все вместе. И именно на бантиках будут держаться наши колечки. Вот, подушечка у нас готова. Эти ленточки я сейчас аккуратненько обрежу, но прежде всего я добавлю немного декора. Хотя на самом деле данная подушечка очень здорово выглядит и так. Можно было бы ее оставить в таком виде. В качестве декора я буду использовать вот эти цветочки, пиончики. Они очень круто будут смотреться вот здесь посерединке. Кстати, сейчас пока избавимся от данной подложки, она нам больше не нужна. Чтобы пиончики красиво смотрелись, вот эта зеленая штука никого не смущала, то я делаю следующее. Сперва их обрезаю. Далее беру какую-нибудь круглую поверхность и заматываю их вокруг нее. И затем просто вот так немножко выдвигаю. Получается такой вот красивый кончик. Клею их на клей. Клей добавляю очень много, либо использую клей-пистолет. Поскольку момент кристалла у нас не секундный клей, то нужно подержать цветочки, прежде чем они приклеятся. Наши цветочки приклеились. И подушечка готова. Колечки мы надеваем на вот эти части. Сейчас ставлю небольшое фото о том, как на подобных подушечках смотрятся кольца. А последнее, что осталось сделать нам,
это подрезать ленточки. Сегодня ленточки обрабатывать не буду, но у меня есть видео, как обрабатывать ленточки. Сейчас здесь в углу я оставлю ссылку на данное видео. Когда я отдаю работу заказчику, я всегда края лент обрабатываю. Очень люблю оставлять в лентах вот такой достаточно длинный кончик, чтобы подушечка красиво смотрелась на весу. На сегодня это все. Я надеюсь, что данное видео вам оказалось полезным, и вы научились делать подушечки для колец. Такими подушечками вы можете легко дополнить свои свадебные работы и прилагать к альбомам, например, в такие подушечки. Молодожены очень охотно их берут. Не забывайте, что на нашем канале сейчас идет розыгрыш. В этом розыгрыше можно выиграть большой набор материалов и несколько поощрительных призов. О том, как это сделать, вы можете посмотреть в одном из моих прошлых видео. Здесь сейчас оставлю ссылку на данное видео. Не забудьте поставить лайк данному видео, если оно вам понравилось, а также подписаться на мой канал. Сейчас здесь я оставлю такую кнопочку, на которую вы можете нажать и будете подписаны. А также посмотрите другие мои видео на свадебную тематику. Я думаю, что вам будет очень интересно. А я увижу с вами в следующем видео.